Всем огромный привет, IKEA. Смотрите, лимитированная коллекция Art Event IKEA 2021. Event IKEA. Смотрите, ваза. 25 сантиметров прозрачное стекло идет с черным, 1800 рублей. В общем, вот такие новые представления в искусстве и домашнем уюте совместили два в одном. Ну и плюс IKEA, значит, даже три в одном. Как вам, шикарно, не шикарно? То есть это прям такие вот объемные части, выпуклые, как вот нарисовано, оно все прощупывается. Тактильно все очень так объемно. В коробке. Следующее, что мне понравилось больше всего, вот какие часы. 3000 рублей. Давайте размеры посмотрим, они такие нестандартные. 40 на 14 на 22. Никакого раздражающего тиканья. Идут совершенно часы бесшумно, но самое главное, конечно, это внешний вид. Как вам такой? Вначале мне показалось, что это просто будильник в пеленке, но все-таки надо смотреть глубже. Шагать ногу со временем. В общем, это тоже лимитированная коллекция. И продается тоже в такой шикарной коробке. Следующий экземпляр. 4000 рублей. Настенное украшение. Оно тяжелое, я не буду крутить и вертеть, оно реально тут же стекло, все. Подарок с мужским характером. Это еще не все. На этом стенде представлен плед, тоже 3000 рублей. Не так много новинок, кстати. Не знаю, сколько они приживутся. Вот этот плед. 3000 рублей. Будем щупать этот 130 на... 160. А, так он толстенький, слушайте. Он как двухсторонний. Другая сторона, смотрю, чисто белая. Нет, тоже. Там наоборот с черным прописанным. 100% хлопок уже радует. Двухсторонний вариант. Дальше. Светодиодный фонарь 2000 рублей. Вот. Слушайте, мне одно неудобно. Тут есть уже включенный. Тоже, да, 2000 рублей. Но такой фонарик, конечно, в сумке не поносишь. Но зато, если что, он очень увесистый. Придется к интернету обратиться, крутила и вертела, я не смогла его быстро включить. А помощь уже далеко. А, ой. Вот ты какой. Все оказалось намного проще. Есть волшебная кнопочка и фонарик включится. Но это вид искусства, тут так просто не понять простым смертным. Следующие 2500 бра. Тут все понятно. Включаем в розетку, бра зажигается. Бра светодиодный, тоже 4000 рублей, 40 сантиметров. Смотрите, как другая сторона Луны, подпись и дата. Чуть меньше, и он идет 2500. Вот такой короткий обзорчик, как вам лимитированная коллекция. Приобрели бы что-нибудь, или это в основном рассматривается как для особенных ценителей. Хотя, знаете, вот такие вещи даже не стыдно подарить. Ну, либо мне уж очень эти часы понравились. Это сугубо мое мнение. Ну, а пока все. Спасибо, что посмотрели со мной новинки. До новых встреч и пока-пока.
Thank you.